Ситуация на востоке Украины продолжает оставаться очень тяжелой. Там решается будущее страны. Об этом украинский президент Владимир Зеленский сообщил в своем традиционном видеообращении. По его словам, Украине нужно уничтожить военную мощь врага, и украинские военные это обязательно сделают. Глава государства поблагодарил каждого и каждую, кто защищает позиции и сражается за Украину, в том числе украинских защитников, которые предприняли успешные действия возле Бахмута. Как всегда, сегодня был на связи с нашими командующими, с разведкой. Очень жестко на востоке, очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага, и мы уничтожим. Белогоровка и Марьинка, Авдеевка и Бахмут, Угледар и Каменка. И все другие места, где сейчас решается, каким будет наше будущее. Где борется наше будущее. Всех украинцев. Я благодарю каждого и каждую, кто сейчас в бою. Спасибо всем, кто защищает позиции и сражается за Украину и своих братьев. Спасибо всем, кто никогда не подводит того, кто рядом на позиции. Сегодня особо отмечу бойцов 92-й отдельной механизированной бригады за успешные действия в районе Бахмута. Благодарю вас, ребята. Слава всем украинским воинам. Слава нашему несокрушимому и прекрасному народу. Слава Украине!